Сегодня рано утром ремонтные работы на пересечении улиц Пржевальского и Котовского завершили. Напомню, накануне вечером участок залило кипятком. Здесь произошло повреждение на участке теплотрассы. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях. Все как в тумане. Вверх поднимается густой пар от горячей воды. К месту проезжали спецмашины. Из-за этого на дорогах временно образовался затор. Мы связались с автором видео, и вот как он прокомментировал произошедшее. Пожарные машины двигались по Пржевальскому, пришлось за ними ехать, то есть, и остановившись, пришлось немного постоять, там, ну, минут 5-10, я не знаю, то есть, пока это все, ситуация, как вам сказать, не уладилась, вот. Потом я проехал, конечно, с трудом, видимость была, конечно, нулевая, потому что был очень густой туман. На месте работали две бригады специалистов. Последствия коммунальной аварии ликвидировали за ночь. Ограничивать подачу тепла в жилые дома для проведения ремонтных работ не потребовалось. Сейчас движение на участке свободное, что стало причиной повреждения, пока неизвестно.